Первоуральский эффективно борется с подростковой преступностью. Предварительные итоги работы специальной комиссии подвели на очередном заседании городской думы. Также депутаты одобрили выделение средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Белимбае. Проблемы детей решают взрослые. На очередном заседании Думы рассмотрели вопросы подростковой преступности. Уже несколько месяцев работает специальная комиссия, призванная не допустить ухудшения ситуации в этой сфере. Эти рабочие группы созданы из представителей учреждений и органов системы профилактики, которые функционируют на территории городского округа Первоуральск. Цель работы всех рабочих групп – это организация индивидуальной работы с каждым несовершеннолетним и с каждой семьей. Первые итоги работы уже есть. Обращает внимание депутатов председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подростки стали меньше нарушать закон. Не только депутаты курируют этот вопрос. Администрация города Первоуральска содействует всевозможно в решении этих проблем и по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, и по профилактике безнадзорности, а также по сложным психологическим проблемам наших подростков. Поэтому сегодня мы услышали достаточно позитивный прогноз. Позитивные прогнозы звучат и в отношении физкультурно-оздоровительного комплекса, который появится в Белимбае. Средства на строительство уже начали поступать из областного бюджета. Региональные миллионы предусмотрели также на обустройство спортплощадки возле одной из городских школ. 6,5 миллионов нам выделено на оборудование спортивной площадки школы номер 2. Кроме того, нам выделен 1 миллион на строительство ФОКа в Белимбай. Эти средства потребуются лишь на фундамент физкультурно-оздоровительного комплекса. Сам проект в разы дороже. Запланированные на этот год расходы депутаты городской думы сегодня одобрили. Сегодня мы рассмотрели дополнительные инвестиции, так скажем, из областной казны в местный бюджет. Это радует то, что у нас точно будет строиться ФОК в Белимбае. Это вторая школа у нас получит замечательное футбольное покрытие. Первоуральский бюджет остается социально направленным. 3 миллиона рублей предоставили муниципалитету из областной казны на улучшение жилищных условий молодых семей. Депутаты нашего города проголосовали за эту статью расходов. Алексей Вербицкий, Александр Захаров. Хроника дня.